Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас мукбанг из того, что было в холодильнике. Мне настолько хочется снимать для вас как можно больше контента. Но, к сожалению, из-за последних событий мне не удавалось это сделать. Поэтому сегодня я постараюсь снять 3 мукбанга. А сегодня я встала в 6. И в 6 просто ни одна доставка не открыта. Магазины тоже не открыты. Сейчас время 7. Поэтому я решила снять мукбанг из того, что есть в холодильнике. Тем более такое видео у меня было. Потом мне пришлось его удалить. Видео с Несквиком было где-то 4 месяца назад, я его удалила. Как меня раздражают эти мухи. Когда мы уезжали в деревню, мне пришлось просто оставить Твиксика одного. Я не могла его оставить просто в квартире. Я его оставила с открытой дверью на балкон. Даже представить не могла, что столько мух залетят. Это просто нечто. Теперь не знаю, что делать с этими мухами. Пришла домой, я офигела, сколько мух. Вообще, изначально Твиксик должен был остаться на 3 дня. То есть мы ехали на похороны на 3 дня. Я просто не знала традиции. Я не знала, как это все происходит. Вот, я думала, что после похорон 3 дня и все. Оказалось, что нет. Каждую пятницу в течение, по-моему, месяца поминают человека, который умер. Нам сказали, что мы должны остаться на одну пятницу, помочь хотя бы, потому что людей будет много, действительно, людей было очень много. Слава богу, нам очень помогли соседи. Реально очень помогли. Подсказывали, как надо делать, что надо делать. Не представляю, если бы соседей не было, что бы мы делали. Конечно, первые 3 дня мне было очень фигово, но уже на 8-й день, сегодня уже 8-й день, я понимаю, что надо уже брать себя в руки, начинать работать и так далее. Планов очень много. Некоторые мне в Инстаграме писали: Айка, ты должна понимать, что бабушке уже 90 лет, это абсолютно нормальное явление, то есть не надо так переживать, снимай видео и так далее. Конечно, любой человек понимает, что если даже ее бабушке 150 лет, что когда-нибудь она там уйдет в мир иной. Но принять это, что этого человека больше нету, все равно сложно. Потому что так или иначе мы привязаны к близким нам людям. Кто бы что ни говорил, со временем, конечно, становится проще, но в первые дни все равно сложно с этим смириться. У нас как принято, на 3-й день приглашают всех людей, всех знакомых, кто хочет помянуть бабушку. Готовятся супы, накрываются на столы.
Все настолько сложно. Посуду нужно взять в прокат. Самовар нужно взять из другой деревни на прокат. Мясо надо купить в одном месте. Хурму надо купить. Там, не знаю, айраны, всякие напитки. И ты настолько в этой кабале. И с одной стороны волнуешься, что все пройдет как-то не очень. С другой стороны беготня. Люди пришли, ушли, надо помыть за ними посуду. Надо предложить еще чай. Например, человек приехал из соседней деревни, к примеру. Он сразу не может пойти домой. Нужно ему предложить там полежать, отдохнуть и так далее. То есть людей много, каждому нужно выделить время, и ты устаешь, реально очень устаешь. Просто как белка в колесе. Но, с одной стороны, это очень круто. В том плане, что ты забываешь вообще про свое горе, от своей усталости, от волнения. Ты забываешь вообще про все это. У нас хоронят на следующий день. Если человек умер до обеда, по-моему, в этот же день, а если после обеда, то на следующий день. У меня бабушка умерла в 6 часов вечера, и мы ее похоронили на следующий день. И мне кажется, это самый сложный момент в моральном плане, когда именно хоронят. Когда уже бабушку уносят. Последний путь – это самая сложная картина, мне кажется. Но вообще хорошо, что я во всем этом участвовала, я узнала все наши традиции, как что делается. Не дай бог, конечно, опять в этом участвовать. Но все равно то, что я узнала, что к чему, это, конечно, хорошо. Многие писали мне в Инстаграме, что они считают, что существует рай и ад. Там кто-то писал мне, что она перерождется в другого человека и так далее. Конечно, многие в комментариях со мной не согласятся. Я знаю, что очень много мнений есть на этот счет. Но мне почему-то кажется, что человек после смерти уходит в мир иной. И затем его душа перерождается в новом каком-то существе. Возможно, это уже будет не человек. Возможно, я не права. Опять же, я не спорю ни с кем. Просто я это вижу так. Мне кажется, что это так. Еще вы знаете, чему я удивляюсь? Бабушка была настолько честным, искренним человеком, что вот ее смерть была точно-точно такой, как она хотела. Как она представляла. Она не хотела умереть в городе, в квартире, чтобы потом ее тащили в деревню. Она всегда хотела умереть у себя дома и не нуждаясь ни в чьей помощи. Она всегда просила Аллаха о легкой смерти. Так и произошло. И вообще, первую ночь после смерти мне было очень тяжело закрыть глаза и просто лечь спать. Мне почему-то казалось, что бабушка где-то рядом. Когда я видела, очень извиняюсь, не к столу ее тело, мне почему-то казалось, что она дышит. Я сказала тете, и тетя сказала, что у нее точно-точно такое же ощущение. Это просто чисто в голове у нас. И это не связано никак с реальностью. Я в свою очередь постараюсь возобновить свои видео, снимать почаще. Вот сегодня я встала в 6, прикиньте.
И так много успеваю. Смотрите, уже мукбанг снимаю. Время 7. Вчера просто сделала ногти от мытья посуды. Да и вообще вот эти зеленые ногти, которые у меня были, я с ними ходила 1,5 месяца. И просто все было в аварийном состоянии. Плюс столько часов у меня руки были в воде. Из-за этого все поразваливалось. Поэтому в первую очередь, как только я приехала, я переделала себе ногти. Это кофе, прям темный кофе. И сверху мороженое. Причем мороженое я сделала сама. В холодильнике были сливки. Кстати, рецепт, если хотите, вам оставлю, как быстро и легко сделать мороженое в домашних условиях. Получается просто супер. Я обожаю кофе сверху с мороженым. Получается просто супер. У меня, знаете как, вот я, например, улыбаюсь, смеюсь, шучу и так далее, а потом резко мне становится грустно. Я там вспоминаю то, что бабушка говорила. Мне запомнилась одна ее фраза, которую, наверное, я запомню на всю жизнь и, возможно, буду говорить своим внукам тоже. Бабушка всегда говорила: вот вы думаете, что я здесь навсегда, а я гость в этом мире. И скоро меня не станет. Вот она всегда говорила об этом. Просто улыбались, смеялись, потому что думали, что бабушка всегда будет рядом, потому что как только я открыла глаза, я видела бабушку. На протяжении всей своей жизни бабушка прожила очень длинную жизнь. Нам казалось, что она никогда не покинет нас. И нам было смешно, когда бабушка так говорила. А теперь я понимаю, что она была права. Берегите себя, берегите своих близких. Радуйтесь каждому мгновению. И не забывайте, что мы не бессмертны, и жизнь тоже не бесконечна. Ловите каждый момент, не переживайте из-за мелочей. Всех люблю, с вами была Айка, пока.